Дмитрий Вичинко, я операционный директор компании Movista. Movista – это мультимодальное онлайн-тревел-агентство, ну, по сути, сайт и мобильное приложение, которое продает маршрут без привязки к виду транспорта. Мы строим маршрут любым видом транспорта, их сочетанием в разных точках пересадки и с любыми вариантами стыковки. То есть, условно, можно купить электричку вместе с самолетом или автобус плюс самолет плюс поезд, какие-то вот такие комбинации. Это позволяет нам доставлять пассажиров, по сути, в любую точку страны, где есть хоть какое-то транспортное сообщение. Спасибо выставке, потому что мы, как бы заявившись сюда, мы, в принципе-то, очень не хотим либо найти стратегического инвестора, либо какого-то партнера, который бы нам помог реанимировать хорошую идею и довести ее до потребителей. Я, конечно, в восторге, потому что мы, мало того, что мы прошли в финал, из 150 номинантов быть в числе лучших 7 – это просто здорово. Ну и в целом, как бы работа на презентации жюри так показала, что, не знаю, как-то очень все подозрительно хорошо выглядит. В общем, я очень доволен. Спасибо.